Вот так считаются взносы страховые на сегодняшний день. С апреля 2020 года для субъектов МСП. До этого было просто 32 со всей суммы. То есть стало полегче деньгами, но потяжелее расчет. Но, ну, слава богу, у кого бухгалтерская программа, они решают эту задачу. У меня бухгалтерская, ну, у меня бухгалтерской программы нет. Я заморочился. Я вам сейчас это самое. Я вам сейчас покажу, как я заморочился. Так. Вот. Я его по старинке называю ЕСН, единый социальный налог. Может быть, кто-то помнит. Евгения Батькова, наверное, помнит. Несколько лет назад был ЕСН такой. Так вот, значит, вот она. Смотрите, ну, здесь первая табличка, это сравнение, как было, как стало после 1 апреля 2020 года. Было там 32 со всей суммы, стало столько-то, да? В какой-то момент разницы не было. Вот она, точка отсечения, 13870, сумма минималки. Каждый рубль свыше этой суммы облагается уже по-другому. Поэтому, смотрите, пошла разница. Если стандартная ставка была 32, то с внесением изменений ставка, смотрите, стала ползти вниз. И при заработной плате ваших сотрудников на одного сотрудника 83 тысячи, ставка страховых взносов средняя стала 17,47. Это вообще для туризма зарплата, да? Я смотрю с оптимизмом. Вот. Это первая табличка, как было, как стало. Вторая подтабличка. Значит, сейчас подзаголовок. Значит, вот фонд заработной платы. Ну, я уж по тысяче градацию как бы сделал, не стал там мельчить, да? А, значит, вот она с минималки 32 формула считается. Вот она 15,2 свыше. Ну, я считаю, что у нас с вами минимальная категория профессионального риска, и поэтому ставка у нас минимальная, 0,2, да? Вот. А, сумма их, ставка, ты-ды-дын-ды-дын. Вот она, опять же, дошел я здесь до чего? До 17,7 бросил. До 83 тысячи, да, и разбил ее еще по фондам в сумме и в проценте. Для чего я это сделал? Нам с вами же как-то надо планировать. Я, конечно, могу вам предложить каждый раз считать хитрую формулу по каждому сотруднику для заработной платы вот такую, но погрешность этой финансовой модели, я вам сразу скажу, не сильно высока, поэтому я предложил вам упрощенные тарифные взносы. Вот, вот эту группу тарифов я зашил вам туда, чтобы вам на эти расчеты не заморачиваться. Пусть небольшая погрешность, но по крайней мере. И вы увидите формулу, что я, по-моему, принял среднюю заработную плату что-то 25 тысяч и взял, по-моему, вот эти ставки. Мы, наверное, с вами их и увидим сейчас. Так, вот. Да, вот они. Откуда взялись? Я вам просто пояснил, откуда взялись.